Всем привет! Получила я заказ по декабрьскому каталогу компании Avon Latvia. И пришел мне новый каталог, уже первый каталог 24 года и первый фокус 24 года. И сейчас мы посмотрим новый каталог. И на обложке у нас линейка с C-витамином, поскольку у нас была по фокусу новинка. Так, и давайте же сейчас посмотрим весь каталожик. И, значит, у нас написано: позволь отдохнуть своим глазкам. Новый крем вокруг глаз с C-витамином и цена 9,50. В принципе, у них сейчас у всех такая цена, поэтому это нормальная цена. Далее у нас представлена вся линейка с C-витамином от компании Avon. Это NU. Тут можно комбинировать наборы, можно взять наборы из трех, наборы из двух. То есть, в принципе, очень хорошие такие наборы, кому нравится. Дальше у нас пошел грим. Кстати, вот эти неплохие помады, у меня такая тоже есть одна. Здесь у нас как будто бы распродажа, как будто бы и нет. Power Stay представлен. Карандаши и блески для губ. Масла для губ, кстати, тоже классные, но, конечно, цена 6,29 нынче, это достаточно дорого. Бестселлер от компании Avon и получил международную премию по красоте, по мейкапу 23-го года. Это помада с гиалуроновым ядром. Далее у нас хорошие цены на помады. При покупке чего-либо из каталога каждая помада будет 4,29. Представлена у нас тушь Lash Genius за 7,29. Ну, в принципе, это дороговатая цена. Тушь Экстраверт, новинка недавняя, 7,69. И еще одни туши, те на любителя. Кому какие нравятся, тот такие берет. И мне нравится, что в компании Avon, допустим, нарисована кисточка у каждой туши. То есть ты сам выберешь, какая тебе понравится. Так, далее у нас идет для глаз помады и краски для бровей. Тональники. Вот эти, кстати, неплохие тональники, но цена, конечно, дорогая. Power Stay 11,49. Очень много разных оттенков. Тут у нас представлена супер цена при покупке опять чего-либо из каталога. Румяшки, всякие блестяшки. То есть, ну, как сказать, в принципе, ну, нормально. Так, и что мы здесь видим? Мы видим, что у нас много лаков выходит. Из каталога их просто больше не будет. Так, сейчас мы возьмем что-нибудь. Так, вот эти лаки у нас выходят. 5 оттенков. И, кстати, это же недавно только вводили. А, нет, вводили эти. Ну да. Так, идем дальше. Лаки Power Stay. Кстати, они действительно классные. Мне они очень понравились. Я только ими пользуюсь, но сегодня не успела еще нанести, потому что спешишь, бежишь вечно успеть. Так. Еще по ссылке надо рассылать заказ. Avon пришел. Так, Attraction у нас ароматы по супер ценам нам представлены при покупке любого продукта из каталога. И представлен 75 мужской за 12 евро, 50 женский за 12 евро и 100 миллилитров женский за 20 евро. 12, 12, 20. Так, линейка TTA у нас. Ой, как мне нравится аромат Tomorrow, Always, Today. Кстати, в принципе, все. Вот этот мужской мне очень нравится. The Moment классный. Wonder тоже приятный. В принципе, все они приятные. Аромат лак сейчас очень выгодно в текущем каталоге декабря приобрести их, потому что они по-моему, 9,90 сейчас при покупке чего-либо из каталога. Отмотрите, а тут 22 евро сразу. Здесь 100 миллилитров. Также, в принципе, неплохая цена. Ароматы у нас из линейки Rebel за 9,99. Вот, кстати, нет, это классический Splendoria, Rebel и Glamour представлены у нас. А, смотрите-ка, у нас еще и Beyond представлен, Beyond the Moon, а остальные уже не представлены, которые мне нравятся. Так, Yves Beckham, ой, обожаю Yves Beckham, Yves Privé, также очень приятный аромат, Yves Confidence. Мне вся линейка Yves, в принципе, очень нравится, у меня не все они есть, но они все приятные. Я не смогла подружиться с этим ароматом, мне дает просто каким-то мылом. И Cadessence классический, в принципе, тоже не мой аромат, я как бы его приобретала. И смотрите, у нас новинка в линейке Love You. Совсем скоро Love You Connected. Цветочный, восточный, фруктовый аромат будет у нас. О, будет представлен в феврале. Но я предполагаю, что в фокусе января мы уже сможем приобрести этот аромат.
Так, за 9,49, 30 миллилитров. Недавно по 4 были еще. Да. Пюр Бланка 8,89. Ну, извините. Ребята, что? Сам рвай 9,59? Я тут как-то смотрела, обзор был у какого-то другого. Кто-то первый каталог выставлял. Мне кажется, это был Avon Россия. И там Summer White был 449 рублей. Если плюс-минус перевести на наши деньги, то есть это где-то 4 евро, да? 4 евро, у нас 9,59. Но я считаю, что вот это грабеж. За 449 рублей я бы, наверное, еще приобрела. Но не за 9,59. Так, у нас представляются ароматы миниатюрки. И миниатюрки у нас представлены. Вот тут много всяких. И также хорошие цены на лосьоны. И лосьоны у нас 125 и 150 еще тоже есть. О, боже мой, что это за такое? Дезодоранты 3,59. А вот эти вот дезодоранты остались два вида и 9,49. О, боги, а здесь вообще 8,19. О, боже мой, что? Attraction Intense 49 евро? 100 миллилитров, 29 евро, 50 миллилитров. Ребят, вы что творите-то? То есть, Attraction Game для нее 29 евро стоит? Awaken 29 евро? Даже Stand Mix сейчас стоит 8,29. Да вы что, издеваетесь, что ли? Кто за такие цены у меня будет что покупать? Объясните мне. В Wild Country 16,49. Один аромат, он никогда столько не стоил. Что это за хрень такая вообще? Что это такое? Я сейчас вообще не понимаю. Full Speed 16,49. Ну вы что, издеваетесь, что ли? Ну кто у меня будет их брать за такие деньги? Набор Индивидуал Blue был всегда где-то около там 12 евро, но не 16 евро, ребята. Так же самое, дезодоранты, шампуни, кондиционеры для тела, гели для душа. Ну, кто за такие деньги? А маленькие, 40-30 миллилитров, парфюмчики, 11,69. Сейчас были за 4,50. Ну, вы что, издеваетесь, что ли? Что это за бред такой творится, да? То есть, Signa Impact будет у нас стоить 29 евро. Elite Gentleman я сейчас брала мужа еще не так давно за 15 евро. Сейчас уже 17,69. Да 15 евро, это кучеряво для такого парфюма. Он же не говорит за 17,69. Ну, в принципе, и тут подняли цену, да? То есть, они были до этого где-то 20 евро, сейчас уже 23,90. Товарищи, вы что творите вообще? Наборы тут тоже, как бы, в принципе, пытаются подать какие-то, но... Да, но наборы не перекроют то, что они там уже поставили такие цены, что ломовые. Крем вокруг глаз 12,50. Это же сейчас он стоит 9,50. Еще 12,50. И восстанавливающий серум от Нью 17,50. Ну, вообще просто... Какой-то кошмар. Этот крем вечно за 6 евро был. Теперь 12,50. Ну, я не знаю. 18,50 ампулы. 18,50. Да тут же волосы дыбом встали от таких цен. Это у меня вообще никогда не брали. Зачем оставлять то, что не надо, и убирать то, что всегда покупали? Шампуни, кондиционеры, да, хорошая цена. Но при том надо купить что-то из каталога, чтобы получить эту хорошую цену. Ну, детский грабеж. Интимки 4,39. Маска для ног 5,19. 4,99. Этот крем обычно бывает 2,99, 4,59. Ну, Avon загнул. Во-первых, в январе и так-то никто особо ничего не приобретал. Только с такими ценами вообще никто ничего не будет покупать. Набор 10,99. Кстати, у меня сейчас в заказе по фокусу я брала. Ну 2,39 крем для рук. Почему вот так же нельзя было сделать? Ну, хотя бы 3... Три крема за 4,95. Крема для рук часто берут. Три пол-литровых пены. Это пол-литровые же, да. За 7,50.
И также пол-литровые гели для душа за 7,50. Новинка, кстати, очень приятно пахнет. Совсем скоро будет обзор. И вот смотрите, литровые пены 5,79. Ну на, ну да. Ну да. А здесь, в принципе, есть что выбрать. Например, маски от Planet Spa по 2,39. Маска для волос от Advanced Technic с органовым кокосовым маслом XXL в размер 375 мл. Очень классная. Потом вот эти две пены для ванны. И тут, кажется, у нас пол-литровые. Нет, литровые за 3,29. Шикарная цена. И тут единственный, получается, минус. Это при покупке любого продукты из каталога. То есть, ну да, из основного каталога тут много не наберешь. Распродажа у нас называется, да? То есть, получается, маска 3,69. Ну ладно, я могу еще понять, да? Ну, скраб за 4,39, да. Пижама 33 евро. Носите сами такую пижаму. Половина из этого товара, что у нас здесь представлено, уже как бы, в принципе, изначально нету в каталоге. А всякая ерунда продается. Потому что ее никто не берет, не разбирает, она никому не нужна. Вот этого, например, нет уже сколько. И не будет, я так понимаю. Так, что тут у нас? 20 евро. 22 евро. Че? Опять же, при покупке чего-либо из каталога, ОХО, цены у нас зимние идут. Но здесь нет ОХО, цен зимних. 4,89 супремоз, да, получается 100 мл за 5 евро, считай. Не знаю. А, ОХО цены. Ну, ОХО цены, парфюмы у меня редко берут, чтобы у меня ОХО цены какие. Вот, да, хорошая цена, действительно лучшая цена сезона на тушь легендарная, допустим. Кто какую любит. Представлены у нас три туши. Ну, вот это, да, хорошая цена. Остальное я бы не сказала, что тут ОХО цены какие. Ну, представлен у нас один карандаш 4,29, два карандаша 6,90 и три карандаша 7,95. Ну, не знаю, я чуть не очень довольна этим каталогом. Это грабеж, а не цены. Так что фокус мы посмотрим в другом видео. До скорой встречи.